котами. Мяу! Хочешь провести целый день с коржиком, карамелькой и компотом? Выбирай свое любимое время суток и начинай играть, чтобы собрать всю коллекцию в свой альбом наклеек. Мяу! Мы готовы пойти за покупками в супермаркет, чтобы приготовить пару вкусных блюд. Выбери тип игры. Внимательно посмотри на список покупок и перетащи номер каждого продукта. 1, 2, 3, 4. Один, два, три, четыре, пять. Один. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Вот твоя новая наклейка. Получи свою награду. Наконец-то мы добрались до кассы. Положи еду на ленту в том же порядке, что и на рисунке. Выиграть еще одну наклейку. Получи свою награду. Ну и бардак! Карамелька, коржик и компот разбросали все по полу, поэтому тебе придется вернуть все на свои места. Тебе удалось выиграть наклейку. Получи свою награду. Мы купили все, что нужно. А наша мама должна приготовить еду. Но она не знает, что приготовить. Ты сможешь помочь ей с приготовлением пищи? Thank you.
хочешь научиться делать варенье вместе с карамелькой, коржиком и компотом? Внимательно! А теперь разрезай его! Теперь положи фрукты в кастрюлю. А теперь добавь сахар. Вот и отлично! Теперь перемешивай варенье ложкой, пока оно варится. Прекрасно! Варенье готово! Вылей его в банку. Закрой банку крышкой. Наконец, приклей этикетку к баночке. Отлично! Теперь все готово! Мне кажется, что это будет очень вкусно! Хорошо! Еще одна наклейка для твоей коллекции. Получи свою награду. Мяу! Вот мы и дома. Пора принимать ванну. Коржику нужно срочно искупаться. Внимательно следуй инструкции, выполняя ее шаг за шагом. Сначала коржику нужно ополоснуться. А теперь возьми мыло и хорошенько намыль его. Возьми мочалку, чтобы хорошо помыть коржика. Теперь мы можем ополоснуть коржика, чтобы смыть все мыло. Бррр, как холодно! Поторопись и вытри его полотенцем. Вот так. Теперь мы должны одеть его, и он будет готов ко сну. Ура! Прекрасно! Тебе удалось выиграть еще одну наклейку. Получи свою награду. Уже очень поздно, а наши братья и сестры очень устали и должны идти спать. Карамельке нужно посчитать овец, чтобы заснуть. Помоги ей пересчитать их, иначе она не сможет уснуть. Thank you.
Получи свою награду!